Учащиеся команды Ферсман IT-лицея Казанского федерального университета приняли участие в 7-й республиканской открытой полевой олимпиаде юных геологов и стали чемпионами. Как им удалось завоевать победу, узнаем в следующем сюжете. Республиканский этап Олимпиады прошел в городе Альметьевск. В команде традиционно 8 человек, которые приняли участие в 11 различных видах соревнований. Геологический маршрут, минералогия, палеонтология, полевая стоянка и другие. На базе нашего лицея создана так называемая геологическая площадка. Ребята изучают геологию в рамках кружковой деятельности. На базе лицея преподаю я. Кроме того, вот во втором полугодии этого учебного года прошедшего участники нашей команды выезжали на занятия в Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. На базе института проходили практические занятия, которые, конечно, помогли нам хорошо и качественно подготовиться. Первенство в индивидуальном зачете досталось Илине Латфулиной. Бронзу забрал Адель Сангатулин. По словам участников, к победе привел только упорный труд, потому что при подготовке нужно было запоминать большой объем информации. С заданиями справляться тоже было сложно, так как были некоторые неожиданные задания. Понятное дело, что есть еще над чем работать, но результатом я довольно. Сейчас команда готовится ко всероссийскому этапу Олимпиады, который должен пройти в Екатеринбурге. Но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Свердловской области было принято решение провести Олимпиаду в онлайн-формате. Энджи Минибаева, Универньюз.